Смотрите лучшие премьеры января на телеканале Усолка Channel HD. Куда ты меня ведешь? На твой первый живой концерт. Это было просто классно! Да. Идешь? Послушай, ведь Чарли так и не знает. Я скажу, но позже. Хочу еще чуть-чуть побыть по-настоящему счастливой. Почему ты так долго об этом молчала? Прости меня. Ничто не сможет нам помешать. Любить и быть любимой – самое большое счастье. Художественный фильм «Полночное солнце» смотрите 23 января в 22:00 на нашем телеканале. Я ждала этого всю свою жизнь. Это мое любимое место. Я думала, мы с тобой просто друзья. Нам никогда не быть просто друзьями. Ничто не изменит моих чувств к тебе. Будь осторожней. Что случилось? Это касается Хардина. Есть кое-что, чего ты не знаешь. Ты совершаешь ошибку. Фильм «После». Смотрите 24 января в 23:00 на нашем телеканале. О чем ты мечтаешь? А ты не такой, каким я тебя представляла. Сексуальнее, да? А что случится, если ты выйдешь на улицу? Сгорю на солнце, как вампир. Тут у меня полно фильтров, а снаружи вирусы и бактерии. Куда бы ты пошла, если б могла? На океан. Никогда не видела его. Уверена, что хорошо себя чувствуешь? Вообще-то даже замечательно. Это всегда так? Так не бывает. Не вам решать, что ей нужно. Ты должна уйти. Но она мой друг. Она должна была оберегать тебя. Ты не можешь с ним встречаться. Дорогая мама, я знаю, что должна оставаться дома, чтобы выжить. Но это не жизнь. Я хочу узнать весь этот мир. Мэдди, что ты делаешь? Вернись домой! Нет, Оля, я должна выяснить, больна ли я на самом деле. Это возможно только так. Полнометражный фильм «Весь этот мир». Смотрите 30 января в 22:00 на нашем телеканале. Здесь все не настоящее. Здесь тоже. Даже мой лучший друг. О чем ты? Я был оскорблен. Скажи правду. Где ты живешь? На Марсе. Я тут родился. Да. Иногда мне кажется, что я тоже с другой планеты. Я хочу на Землю. Гарднеру 16. Он был лишен общения, но он в прекрасной физической форме. Его сердце не выдержит гравитации. Слишком рискованно. Это того стоит. Все такое яркое. Эй, привет! Да пошел ты! Понял. Ты из другой школы? Почти. Эй, это наш аварийный кран для правого класса. Ай-яй-яй. Классно! Моя мать была астронавтом. Она умерла, когда рожала меня. А это мой отец. Помоги мне найти его. Мне врали всю мою жизнь. Если что-то звучит как безумие, еще не значит, что это ложь. Что это? Просто лошадь. У меня в машине чокнут. Его время на исходе. Гарднер, иди ко мне! Нет! Это моя жизнь! Гарднер? Гарднер? Он не врал. Я нашла его! Так поехали. Твой дружок? Ты сделала меня человеком.
Художественный фильм «Космос между нами». Смотрите 31 января в 20:00 на нашем телеканале.